Сурья намаскар. Много раз на занятиях, на ретритах и так далее я повторяю вот эту фразу «Сурья намаскар», «Приветствие солнцу». У нас еще присоединился Лариса, доброе утро. «Приветствие солнцу». Что же это такое? Ну, большую лекцию я читать не собирался про «Сурья намаскар». Я это сделаю на специальном ретрите по йоге. Там будет разбор полный вот этой практики. На мой взгляд, ну, для меня она палочка-выручалочка на все вот мои годы практики, десятилетия практики. Если в историю заглянуть, ну, поклонение солнцу, то есть приветствие солнцу, сурья, солнце, намаскар, приветствие. Поклонение солнцу, конечно же, это древние практики, не только ведические, но и там славянские и прочие. Там в Египет заглянуть много, где поклонялись солнцу. Да? Об этом, ну, я не буду говорить. Это, надеюсь, понятно, что солнце дает жизнь, солнце дает свет, солнце дает тепло. Благодаря солнцу человек получает здоровье, растения получают энергию, ну и так далее. И, естественно, естественные поклонения Солнцу существовали с древнейших времен, и это в ведической культуре широко представлено. Но именно гимнастика, физкультурная гимнастика Сурья Намаскар, которая вот прицепилась к нему, Сурья Намаскар, да, она появилась... Если покопаться в истории, там 19-20 век, ну, 20 век Кришнамачарья. Если картинки посмотреть о Кришнамачарье, там есть элементы такие, Сурья Намаскар. Ученики Кришнамачарья, Патабхи Джойс, Айенгар и Шива, кто там еще? Ну, ученики Кришнамачарья и другие параллельные школы, которые пошли в Европу, ну, на мой взгляд, начали... То есть произошел такой смешивание практики западной физкультурной и восточной вот этой приветствия. И остались в некоторых школах мантры. То есть одна из элементов этой практики мантры, которую я упускаю и не даю на своих занятиях. Я поддерживаю и придерживаю идею секулярности, как в буддизме, ну, в буддийских практиках, так и в йоговских, чтобы не было, ну, скажем, такой излишней религиозности какой-то. И, ну, каждый сам решает, как это, что с этим делать. Вот в эти религиозные темы, ну, я предпочитаю не лезть. Ну, так, очень нейтрально. И остается у нас что? Физкультурный аспект. У нас остается дыхательный аспект пранаямы. У нас остается... что у нас еще остается? Ну, собственно, оздоровительный, да? Оздоровительный эффект, аспект вот этой практики. В чем он заключается? Чередуются вытяжения и медитация, да? Динамическая медитация, то есть практика осознанности прежде всего. Практика осознанности, физкультура, пранаяма в одном. Это все один комплекс. Мы чередуем асаны, последовательность асан. Там она, ну, как в классике, если можно так назвать, 12 асан. Чередуем последовательность асан. То есть мы переходим из одной асаны в другую. Раскрываемся, закрываемся. Вытянулись, наклонились. Выпады, широкие шаги ногами, вот эти позы воинов позволяют нам развивать зону тазобедренных суставов, подвздошно-поясничные мышцы, весь позвоночник, суставы, плечевой пояс. Ее можно делать как силовая такая техника, как более мягкая. И все это, то есть ее можно по-разному преподносить. И мы это все нанизываем на нить дыхания. Вдох-выдох. Причем дыхание может быть уджайи. И рекомендую дышать уджайи.
дыхание победителя, шипящий вот этот, да, вдох, можно со звуком со, вдох, хам, выдох, со, хам, или о, а, чтобы без мантры, да, о, а, ну, мантра нейтральная, аджапа мантра называется, я есть, в кундалини-йоге она, ну, и в какой-то другой йоге, где мантра используется, она используется, со, хам. Итак, физкультурный аспект, наклоны, прогибы, выпады, упоры, дыхательная техника мощная, пранаяма во время движения, сохам. Дальше, все наклоны, да, наклонились, можно втягивать, вставлять пустую удеяну, тройной замок, корневой, брюшной, горловой, да, вот попробуйте сейчас все сделать, вдох, выдох, и небольшая пауза, то есть еще один аспект, дальше какой у нас еще аспект, медитация, мы наблюдаем за тем, что происходит, это динамическая медитация, находимся внутри, внутри процесса. Все отвлечения убираем. Естественно, выполнение сурья-намаскар около телевизора, около телефона или в каком-то шумном месте, оно будет сложным. Но если это место, где отвлекают, то тогда еще есть практика дришти. Дришти. То есть мы взгляд свой фокусируем на определенных моментах. То есть на кончиках пальцев, ног, рук, на животе, на кончике носа, на межброви, в различных вариантах. Это я тоже периодически говорю, дришти. То есть мы взгляд, внимание на дыхание, внимание на ощущения в теле, это все практика осознанности, да, мы как бы находимся внутри этой практики и наблюдаем, что происходит, отслеживаем неприятные моменты, то есть где-то есть, ну, у кого есть со спиной проблемы, там, в шее, в плече, еще где-то, отслеживаем, чтобы не заходить в болевые аспекты, то есть в боль, мы мягко-мягко проходим, особенно кто только начинает заниматься, кто в возрасте, там, не 20 лет, да, не 30, и травмы были, это все аккуратненько нужно проходить, и, может быть, медленнее, чем там группа идет, то есть такой осознанный индивидуальный подход к себе. Но это с опытом приходит. Итак, сейчас начнем. Физкультурный аспект, дыхательный, медитативный. И как, ну, а-ля такая духовная практика, мы приветствуем солнце, но я предпочитаю делать, ну, санкальпу, то есть перед тем, как начинать любую практику, йоговскую, медитативную, там, какую-то медитацию, ретрит, создавать какое-то намерение. Намерение, оно тоже может быть в нескольких срезах, как на обычном плане, так и в нашем физическом. Там, хочу, чтобы у меня корыто было новое, да, как у старухи, старики моря. Или счастье всем живым существам, или там, если болит живот, ну, избавиться от какого-то личного страдания и прочее-прочее, там разные аспекты тоже. Быть более спокойным, уравновешенным, сбалансированным. С точки зрения аюрведы, я читал аюрведических врачей, сурья намаскар, по их мнению, выравнивает состояние дош. Пита, вата, капха. Вот еще один срез аюрведический. То есть мы балансируем свое состояние. Приходим в баланс. Можем медленнее делать. Можем быстрее делать. Можем с паузами делать. С зависаниями. Очень-очень много вариантов. Все это мы много-много раз делали. Там марафон был. В прошлом году. Давайте настроимся. Это небольшая вступительная, такая историческая и это справка, откуда это пошло. Давайте. Я постараюсь статью вытащить из интернета. Там есть
более подробные данные про Сурья Намаскар. Это очень-очень, на мой взгляд, лично для меня это очень важная практика. Если я где-то нахожусь в поездке, в гостях, я не могу полноценно попрактиковать, Сурья Намаскар обязательный элемент моей жизни. Сурья Намаскар. Приветствие солнцу или просто гимнастика йогов в таком динамическом, динамическая последовательность. Такой бренд, да, Сурья Намаскар. Давайте настроимся. На что настроимся? На дыхание, на свое, на позу. Долгой настройки не буду давать. Почувствуйте вес тела, опору, давление таза на коврик, на пол. По позвоночнику идем вверх. Макушка. Продолжение макушки. Луч внимания в бесконечность. Добавляем улыбку. То есть всегда можем такие маленькие штришки делать, там улыбочку добавить. Обратить внимание на что-то, что, на что не обращали внимания. Давайте посмотрим вокруг. Дришти, да, дришти это взгляд, фиксированный взгляд на чем-либо. Ну, давайте зафиксируемся где-то перед собой. И у нас будет первое положение глаз, это линия горизонта. Какая-нибудь точка перед, может, экран, может быть, мое лицо перед глазами. Хорошо. Теперь перейдем на слуховой канал, послушаем звуки. И как один из звуков дыхания уджайи. Поджимаем горловую щель и через вот этот шипящий звук слушаем сохам, о, на вдохе, а на выдохе. Со, на вдохе, хам, на выдохе. Давайте послушаем свое дыхание. Почувствуем, послушаем. Еще один дыхательный аспект. И в дыхании мы используем три полусферы. Низ, обязательно низ, дыхание животом. Давайте ладошку на живот. И продолжаем. Мы уже, это уже достаточно серьезная практика. Сейчас я включу нам метроном. Считаем, сколько у нас секунд вдох и выдох. Ладошка на животе. Дыхание животом. Ладошки на ребрышке, реберное дыхание. Вот нижние ребра. Потихонечку возможности удлиняем, добавляем секунды. Обратите внимание, на выдохе пальчики коснулись, на вдохе раздвинули реберные дуги, реберные дуги идут в стороны и вверх.
То есть активируем все мышцы межреберные, вот ребрышки, это подвижная часть грудной клетки. Теперь кладем, давайте, на ключицы, пальчики на ключицы повесили и дышим ключицами, ключичное дыхание. Посмотрите, как шея работает. Вот я чуть голову приподниму. То есть у нас подключаются мышцы шеи. Это можно почувствовать, крепление к ключицам. Вот туда, вот на ключице повесили пальчики, и вы почувствуете, как включаются мышцы. Вот я не очень громко оставлю. Сегодня будет метроном включен во время практики. Ладошка наверху, ладошка на животе. И теперь мы включаем сначала, дышим. Первая треть – это живот, ребра, ключицы. Выдох – ключицы, ребра, живот. Полное йоговское дыхание. Очень важный аспект практики. И как оздоровительный аспект. Я думаю, не секрет будет, что многие, ну и, видимо, большинство преследуют все-таки оздоровительные цели. Это нормально. Здоровое тело. В здоровом теле здоровый дух. Слушаем дыхание Уджайи. Горловой щелью мы контролируем поток воздуха. Давайте сделаем его еще тоньше, еще медленнее, 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 медленнее вдох, медленнее выдох. Хорошо, прекрасно. Полное йоговское дыхание, уджайи, пранаяма – это вот основные виды, в общем-то, дыхания, не только йоговского, но и повседневного. Встаем. Встаем. В начало коврика встаем. Кто будет первый раз делать, пробуем. Так. Пробуем повыше. Повторять. Пробуем повторять. И то, что получается делать. Что получается? Напоминаем. Дыхание Уджайи. Вдох-выдох. Да? Сейчас он будет более динамичным. Наклоны... прогибы, наклоны, все в своем режиме. Наклон обязательно со согнутыми ножками, чтобы можно было аккуратненько, не повреждая поясничку, это делать. Так, сейчас еще ВКонтакте упираюсь в верхнюю часть экрана. Вот, сейчас будет все видно. Хорошо. Итак, дышим, наблюдаем за дыханием, наблюдаем за своими движениями. Не расстраиваемся, если что-то не получается, делаем то, что получается. Будем делать Сурья Намаскар разных школ. Разных школ, такой экскурс. Ну, сначала йога-терапия.
Поехали. Три дыхания. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Сейчас какой-то ритм найдем. Вдох. Выдох. Обычно мы практиковали 4-5 секунд вдох, пауза, выдох, пауза. Давайте попробуем. Я буду диктовать. Руки через стороны, вверх, вдох, прогиб. Выдох, наклон. Правая нога назад, вдох. Колено внизу. Выдох, собака головой вниз. Колени в пол, вдох. Выдох, планка. Вдох. Выдох, опускаемся вниз на живот. Вдох, ребрышки поставили, руки справа-слева. Выдох, собака головой вниз. Вдох, правой ногой шагнули вперед. Выдох, наклон. Вдох. Выдох. Наблюдаем, что поменялось. Убираем метроном. А то и мой голос, и метроном. Наблюдаем, что поменялось. И дальше двигаемся. Вдох. Прогнулись мягко, с удовольствием. Выдох, наклон. Вот этот элемент очень важный. Давайте еще раз вот сделаем вдох. Выдох. Здесь мы еще... Давайте остались внизу. Здесь мы еще воздействуем на брюшную полость. Обратите внимание. Вот, мы тут все поджимаем, ножки сгибаем больше. У кого ноги выпрямляются и живот на бедра, значит, остаемся тут. Мягенько висим, вытягиваемся. То есть, кроме того, что вот эта поза, это вытяжение позвоночника, голова ниже сердца, то есть мы промываем как бы мозги, перевернутая поза. Одна из перевернутых поз, вот наклон. И брюшная полость, очень такое глубокое воздействие на брюшную полость. Если что-то с животом, наклониться будет сложно. Если живот напряжен, наклониться будет сложно, да? То есть звоночек, что что-то не так, надо смотреть. Ну там, что с брюшной полостью. Дальше. Правая нога назад, колено в пол, вдох. И почувствовали... Вытяжение в ногах, в тазобедренном. Приятно. И позвоночник, да? Посмотрите, я макушкой пошел вверх. Выдох. Собака головой вниз. Для того, чтобы это сделать, пальцы на руках широко. Упираемся плотненько. Упираемся всей ладошкой, всеми плюснами, всеми подушечками. Отшагиваем. Хорошо. Вдох. Толкнулись, оттолкнулись руками. Выдох. Колени в пол. Прогиб. Вдох. Выдох. Антипрогиб. Прогиб. Вдох. Планка. Выдох. Вот, обратите внимание, таз не наверху, таз не внизу, таз,
Поясница. Поясница не в таком виде. То есть копчик чук, подвернули и вытянулись в линию. Вот, в линию вытянулись. Хорошо. Вдох. Опускаемся медленно на живот здесь. Выдох. Носочки ног вытянули. Вдох. Ребрами потянулись вперед. Поставили их, убрали руки. Это был вдох. Выдох. Ладони в пол. И можно через читурангу уйти тазом вверх, назад. Здесь вдох, выдох. Левой ногой шагнули вперед. Вдох, колено в пол. Наклон, выдох. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Наблюдаем, что меняется. Что поменялось. Плечики расслабляем. То есть везде, где нам не надо ничего включать мышцы, мы расслабляемся. Позу чувствуем. Чувствуем опору. Вот еще один аспект. Можно практику делать с акцентом на что-то, да, на что-то. Давайте сейчас следующий круг сделаем акцент на живот, на живот. Погладьте свой животик на брюшную полость. Каким образом? Вдох мы делаем, толкаем живот вперед, выдох, любой выдох в любой позе. Понятно? Втягиваем живот. Хорошо, поехали. Вдох. Выдох. Тянули живот. Вдох. Выдох. Втягиваем. Вдох. Выдох. Тянули. Прогиб, вдох. Руки, смотрите, обязательно. На мой взгляд, вот есть вот такие варианты. Вот такие варианты. Мне нравится больше с раскрытием плечевого пояса. Вот попробуйте. Руки вверх вот так пронести. Да? Лопатки назад. Руки назад. И активируя плечевой пояс, вдох. И также через стороны мне нравится опуститься вниз. Живот на бедра, выдох. Втягиваем живот. Правая нога назад, вдох. Колено на полу. Выдох. Тянули живот. Вдох. Колени в пол. Прогиб. Выдох, планка. Тянули живот. Вдох. Опускаемся на живот, выдох. Тянули живот. А теперь вытянули живот, растянули ребрышки, вдох. Руки в стороны. Согнутые. Выдох. Вот простой вариант, да? Простой вариант. Мы встаем в кошку, пальцы в пол, таз вверх. Сложный вариант, вот отсюда, мы из упора в упоре, силовой, выход назад. Выдохнули, втянули живот. Правой ногой шагнули вперед, вдох. Выдох, наклон. Втянули живот. Вдох. Выдох. Также самостоятельно уже не повторяем.
На животе дыхание. О, внимание, на животе. Вдох. Выдох. Левая нога, вдох. Выдох. Вдох, колени в пол. Планка, выдох. Вдох. Лежим на полу, выдох. Вдох. Собака головой вниз, выдох. Левой ногой вперед, вдох. Наклон, выдох. Руки через стороны вверх, вдох. Выдох. Теперь следующий круг. Внимание, живот остается. Внимание на дыхание. На дыхание. Уджайи. Наблюдаем, как шипящий звук проходит вверх-вниз. Сохам. Поехали. Со. Хам. Правой ногой отшагнули. Вдох. Выдох. Колени в пол, вдох. Выдох, планка. Планки, вдох. Опустились на живот, выдох. Вдох, прогиб. Выдох. Правая вперед, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Добавляем ощущение мышц. Мышцы чувствуем, вдох. Где они вытягиваются, где сжимаются, выдох. Вдох. Левая. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Левый вдох. Выдох. Руки через стороны, вдох. Выдох. Следующий вариант – дришки. Дришки – кончик носа. Смотрим на кончик носа. И дальше я буду говорить. Вдох. Выдох. Руки через стороны, на пальцы посмотрели вверх. Вдох. На пальцы ног опустились, смотрим вниз, выдох, на большие пальцы ног. Правая нога назад, прямая. Вдох, меняем, усложняем. Смотрим на пальцы вверх. Выдох. Смотрим на пальцы перед собой. Вдох.
Опускаемся, колени, грудная клетка, подбородок. Смотрим на межбровье, в межбровье. Хорошо. Таз вниз, макушка вверх, кобра, межбровье, вдох. Собака головой вниз. Пробуем посмотреть на свой живот. Выдох. Правая нога вперед. Вдох. На пальчики посмотрели. Выдох. На пальцы ног. Вдох. Выдох. Межбровье. Вдох. Самостоятельно взгляд. Дрижки. Выдох. Левая нога. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаемся, выдох. Кобра, вдох. Выдох. Левая вперед, вдох. Выдох. На вдох. Выдох. Наблюдаем, что произошло, что поменялось. Хорошо, следующий вариант будет. Давайте Патапхи Джойс. Аштанга Виньяса Йога. Вариант А. Эй. Вдох. Выдох. Дыхание, мышцы, втягивание живота, дрижки. Вдох, посмотрели вперед, межбровье. Выдох, отпрыгнули или отшагнули в нижнюю планку. Так. Ага, вдох. Собака головой вверх. Выдох. Собака головой вниз. Пять дыханий, пять втягиваний живота. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Посмотрели вперед, подпрыгнули или подшагнули двумя ногами. Выдох. Смотрим вперед. Выдох, наклон. Чуть пригибаем ноги, руки через стороны. Выдох. Выдох. Вариант Б. Более сложный. Ножки пригибаем. Выдох. На стульчик садимся. Наклон. Выдох. Посмотрели вперед, да? Отпрыгнули. Выдох. Вдох. Прогиб. Выдох. Собака головой вниз. Левая пятка в пол, правая стопа вперед. Вдох.
Прогнулись. Выдох. Нижняя планка. Вдох. Прогнулись. Выдох. Собака головой вниз. Правая пятка в пол. Левая стопа вперед. Шагнули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Тянули живот. Дышим. Вдох. Выдох. Тянули живот. 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 Подпрыгнули вперед. Вдох. Выдох, наклон. Согнули ножки, руки через стороны. Вдох. Присели. Выдох. Наблюдаем. Вот мы уже много кругов сделали. И теперь один сделаем такой экспромт на раскрытие различных аспектов телесных. Наблюдаем за состояниями мышц, как они чувствуются, да, то есть телесную осознанность развиваем, карту тела увеличиваем, карту ощущений в теле. Это наша медитация. Дыхание. Осознавание, что у нас тело делает. Осознавание. Давайте еще вес добавим. Осознавание веса. Вот сейчас, да, где вес? В стопах, да? Поехали. Руки через стороны вверх. Да? Наклон, выдох. Хорошо. Правой ногой шагнули, вдох. Прямая нога сзади. Ручки вверх. Добавляем скручивание и выдох. Правая вниз, левая вверх. Вдох. Выдох. Левая вниз, правая вверх. Вдох. Выдох. Обе вниз. Колено в сторону, потянулись вверх, вдох, вперед. Голова в пол, выдох. Колено заднее в пол. Вытянули ножку переднюю, вдох. Выдох. Согнули колено. Заднее согнули. Левой рукой взялись. Вдох. Выдох. Поменяли руки. Вдох. Выдох. Отпустили. Планка. Вдох. Выдох. На правой руке. Таз вверх. Вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх, вдох. Таз вниз. Выдох. Таз вверх, вдох. Поменяли руки. Выдох. Таз вверх, вдох. Таз вниз, выдох. Обратите внимание. Рука правая проворачивается над головой, вдох. И опускается вниз, выдох. Натягивается нижний бок. Вдох. Хорошо. Выдох. Планки, вдох.
Опускаемся в нижнюю выдох. Четуранга. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. На носочках встали. Вдох. Таз с правой стороны. Выдох. На носочках встали. Вдох. Таз выше. Таз слева. Выдох. На носочках встали. Вдох. Пятки в пол. Выдох. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед. Выдох. Вирабхадрасана. Вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Осознаем, что сейчас происходит. Где вес? Как ощущаются мышцы, дыхание, взгляд. Помним, вот втягивание живота. То есть можно много-много аспектов накладывать. Для начинающих будет сложно. Поэтому можно обращать внимание просто на сам факт движения и дыхания. Для начала этого достаточно. Вдох. Выдох, наклон. Левая нога назад, вдох. Выдох. Левая рука вниз. Правая вверх. Вдох. Выдох. Поменяли. Вдох. Выдох. Колено в пол, прогнулись, вдох, правое колено чуть в сторону, наклон, выдох вниз, вдох, выпрямили переднюю ножку, выдох, вдох, выдох, правой рукой захватили сзади ногу. Вдох. Выдох. Левой рукой захватили. Вдох. Выдох. Планки. Вдох. Выдох. Динамическая планка. Правая рука вверх. Вдох. Вниз, выдох, нижняя планка. Отжались, левая рука, вверх, вдох. Вниз, выдох. Правая, вверх, вдох. Вниз, выдох. Левая рука, вверх, вдох. Вниз, выдох. Правая рука, вверх, вдох. Вниз, выдох. Левая рука вверх, вдох. Вниз. Выдох. Собака головой вверх, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Перекатились через носочки. Вперед. Натянули подъемы стоп. Круглая спина, вдох. И назад откатились. Выдох, пятки в пол. Левая нога вверх, вдох. И шаг вперед, выдох. Вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Три глубоких дыхания. Вдох, выдох. Хорошо.
Ноги, ширина таза. Садимся. Локтями раздвигаем колени. Продолжаем дышать. И осознавать позу новую. Хорошо. Садимся. Компенсируем немножечко наклоны в позе стола. Включаем ягодицы вдох. Уэйна. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Уголок. Таз между ладошек. Висим в уголке. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Таз к пяткам. Плечевое вытягивание. Повисли. Коленочки вместе. Хорошо. И заключительная халасана. Ножки за головой. Хорошо. Вернулись на легли на спину. Ножки вытянули. Легли удобно, тазом подвигали вправо-влево. Три глубоких вдоха и выдоха. И теперь все отпускаем, лежим тихо, расслабляемся, чувствуем дыхание, чувствуем опору, чувствуем мышцы в теле, чувствуем одежду. Давайте глаза открыты, открытое восприятие, открытое слушание. Слушаем, смотрим, чувствуем, обоняем. Практикуем присутствие. Глаза открыты. Присутствие. Глаза открыты. Вижу. Взгляд расфокусирован. Слышу. Чувствую. Обоняю. Присутствую. Ежедневно, самостоятельно, пожалуйста, можно включать это занятие, можно включать любое другое
занятия Сурья Намаскар, выучить эти упражнения и ежедневная садана, ежедневная практика. Вы поняли, да? Глубины там, дна просто нет. Мы накладываем практику осознанности, пранаяму, и в личной практике можно удлинять длинные-длинные движения, медленный вдох, длинное-длинное-длинное, медленное движение, выдох. Если нужно проснуться, взбодриться, вдох-выдох, вдох-выдох. Сделали раз-два, замедлились в конце, полежали, оценили, отследили изменения. Понаблюдайте сейчас за изменениями в состоянии. Как изменилось? Не забываем про улыбку. Давайте, кто готов, можно сесть, на бок повернуться, мягенько сесть. Так, кто у нас остался? Таня, Света, Витя, я вас благодарю за практику. Можно посидеть в медитации, понаблюдать за своим дыханием, за своим состоянием, поразмышлять над чем-то. То есть у нас сейчас собрано внимание, собрано такое. И сейчас легче управлять процессами умственными. Не забываем, что да, не забываем, что хатха-йога, один из аспектов, это управление движениями ума. Один из аспектов практики. Один. Можно в йоге так не очень хочется говорить о целях, что вот надо ее достичь. А если не достигну, вот я сейчас буду тут печалиться. Нет. Мы в процессе. В процессе распознавания, в процессе исследования. Да? Приходим опять к исследованию. Випассана. Випассана. В динамике, то есть практика динамическая. Кстати, завтра у нас будет однодневная випассана. Кто еще хочет присоединиться, присоединяйтесь. На Озерках в Питере. Трансляции там не будет онлайн. День тишины, детокса и медитации. В том числе будет динамика. Динамическая традиционная буддийская ходьба и йоговская практика. Вот. Вот, дорогие мои, спасибо вам за прямой эфир, за начало такое прекрасное года. Создавайте намерения, создавайте санкальпу на практике, на будущие ретриты, присоединяйтесь, будет год интересным. И с точки зрения личных встреч, поездок, и с точки зрения онлайн-практик, я постараюсь, дайте обратную связь, насколько это интересно, постараюсь продолжать онлайн-вещание, и также готовлю какие-то курсы, которые можно будет у себя уже приобрести, и какие-то аспекты тренировать уже самостоятельно. Хорошо. Спасибо вам. Хорошо.